Особенный день для тысяч семей – день памяти о тех, кому пришлось испытать все ужасы сталинских застенков. День скорби о многочисленных загубленных жизнях. С молитвы началась встреча в родине. 15 лет назад Анапская общественная организация жертв политических репрессий, реабилитированные, впервые собралась на такую памятную встречу. Сегодня это уже традиция. Только в нашем городе курорт Анапа в настоящее время проживает немногим более 1000 жертв политических репрессий. Еще только в 1995 году их проживало 15 тысяч. К сожалению, время беспощадно уносит этих людей, которые прошли страшные испытания в годы репрессий. Историю нельзя забывать. Только при таком условии повторение политического террора будет невозможным. В Анапе сильна память, а не повинна загубленных земляках. Станица Гастогаевской по инициативе СОПКа Василия Дмитриевича и поддержки станичных казаков в прошлом году был открыт и освящен памятник казакам-станичникам, загубленным в годы репрессий. Несколько лет ранее в Витязеве также был установлен памятник репрессированным рядом с прекрасным храмом, у которого регулярно проводятся встречи жителей этого села. Немало слов было сказано о казаках. В годы репрессий они подверглись страшным гонениям советской власти. Сегодня кубанское казачество возродилось и крепнет. Сила нашего края в сохранении традиции и вере.